Всем привет! Хочу поддержать флешмоб, запущенный Женей с канала «Веселая семейка и Ко» в поддержку канала Натальи и ее семья. Там такая ситуация случилась. Ну, Наташа выпустила видео, она обрисовала всю ситуацию. Я потом оставлю ссылку на ее видео внизу под инфобоксом. В общем, в свое время Наташа забрала собачку у сына, но там были определенные моменты, как бы, и сын отдал без проблем, ну, потому что человек работает, с собачкой надо сидеть, заниматься, гулять и все такое. Они с женой, сын с женой живут в другом абсолютно городе. Вот. Наташа живет в Анапе, у нее свой дом, и Джине там было очень классно, очень здорово, вольготно. Дома всегда кто-то находился. Помимо Джины, у Наташи есть еще одна собачка. То есть они общаются, все прекрасно, все хорошо. Наташа, естественно, прикипела к Джине. Ну, она ее любит, все. Ой, извините, это у меня Арнелла тут ходит. И Джина также привыкла к Наташе. Вот, и, естественно, собачке хорошо быть рядом с Наташей, с ее семьей уже. И... Ну и сын в какой-то момент решил забрать собачку обратно к себе в город, забрать, увезти. Естественно, Наташа как бы в шоке, она не хочет этого, она не хочет отдавать собачку, но сын настаивает. Наташа выпустила видео, просто у нее был, знаете, крик души, чтобы Антон не забирал Джину. Вот, мы не лезем как бы в ее отношения, в ее жизнь. Женя спросила разрешение по поводу флешмоба, Наташа разрешила нам снять флешмоб, так что это все с согласия. Я что хочу сказать? То есть человек выпустил видео, у нее был вот реально крик души, что она не хочет отдавать собачку, как-то вот надо вразумить Антона. И, ну, не из-за контента, знаете, что вот там собачку не хочется отдавать и все такое. Вот, то есть реально человек переживает. И я не думаю, что она там... как-то этим манипулировала или еще что-то, и нам бы разрешила флешмоб выпустить. Так что человек реально переживает, реально страдает. Я смотрела ее видео, где она об этом рассказывала, говорила, Джину видела. Джина там в некоторых моментах такая грустненькая, печальненькая. Видно, не чувствует же собаки то, что это какая-то смена обстановки их ждет. И поэтому... Я бы хотела обратиться по большей части к Антону, чтобы он не отдавал... Ой, извините, нервничаю, капец, я 2 дня не могла записать это видео, потому что у меня перед глазами видео Наташи, и у меня постоянно слезы, я просто вот не могла записать. И хотела обратиться к Антону, чтобы он оставил Джину маме. Не забирай собачку, это не игрушка, в конце концов, да, там взял, захотел... обратно привез, и вот так вот ее кидать туда-сюда, это, ну, не есть хорошо, тем более Джина уже сколько продолжительное время живет с мамой, с ее семьей, и в таких вот условиях, каких она сейчас живет. А сейчас что будет опять? Вы опять ее заберете, и получается, она также будет одна, будет также скучать, будет мало внимания, и все-таки квартира это квартира, а свой дом, да, где она там на участке бегает, это, ну, не сравнить, это во-первых. Во-вторых, если вы хотите себе какое-то животное, ну, подумайте, прежде чем завести, наверное, вот сможете вы уделять ей должное количество времени, все-таки, ну, животное это такой же член семьи, да, вот, сможете ли вы ей уделять или ему такое же время, гулять вовремя, там, ну, я не знаю, ну, сами понимаете. Если вы готовы, если опять не будет у вас таких мыслей, что вот, блин, как-то у нас не получается, не справляемся, давай опять с мамой поговорим, маме отдадим. Вот, если хотите, вы подумайте 100 раз, заведите уже свое животное для себя, которое вот будет вот с вами постоянно, всегда и везде, которое не будет кочевать там с вашего города в Анапу и туда, и сюда, и обратно. Потому что неизвестно, как дальше вы сейчас жену заберете, а через какой-то промежуток времени опять что-то у вас там зоопарки будут, заморочки, и маму будете просить. Но это тоже не очень хорошо и для самого животного, да? Они же это как расценивают, как предательство. Вот пожила она там у вас, потом мама забрала. Ну, то есть первые хозяева, получается, бросили ну, животное, или как, я не знаю, как сказать. Потом обратно забираете. Как бы это не есть хорошо.
И я думаю, вам все-таки лучше оставить Джину, в первую очередь потому, что ей там хорошо, ей там удобно, вольготно, она привыкла. Ну, сами посудите, да, вот с таких условий она сейчас поедет к вам туда. Она будет очень тосковать, она будет очень скучать. Я еще просто знаю по своему Крису, мы же не живем как бы в своем доме, да, вот мы сейчас с дачи приезжаем в Москву после лета. И он у нас, наверное, я не знаю, неделю, он просто вот никакой. Он ходит, он скучает, он ложится возле двери. Ему не хватает свободы, ему не хватает общения, потому что на даче, да, общение, оно как-то больше, наверное, происходит, чем в городе, потому что мы тоже занятые люди. Вот, но нас много, нас четверо, там кто-то дома обязательно есть, как бы другая ситуация. Но про то, что он скучает, он переживает. Но это же тоже не есть хорошо для животных. Так что, Антон, я думаю, вам надо подумать хорошо и оставить все-таки Джину маме, не надо травмировать опять ребенка, скажем так. Вы, если хотите, ну, заведите себе животное, только подумайте, какое, чтобы вот и время вам хватало на него, на этого ребенка, ну, я имею в виду животное, и все такое. И еще Антон, вот тоже Антон, такой у меня лохматый Антон, он вот тоже хочет к тебе обратиться, он тоже смотрит за всей этой ситуацией. Говори. Антон, оставь, пожалуйста, Джину маме. Да, вот мы все просим тебя, оставь, пожалуйста, Джину маме. Вот, Антон, это мой сын тоже обратился к тебе с просьбой оставить Джину маме. Друзья, я бы хотела, чтобы вы тоже поддержали, те, кто знает Наташу, кто просто ко мне зайдет, хотя бы, пусть даже не флешмобом, но вот я знаю, 45 Баба Ягодка опять, Светочка тоже поддержала флешмобом, спасибо большое. Я хочу, чтобы... Ну, хотя бы зашли на видео Наташи, я оставлю ссылку в описании, и поддержали хотя бы в комментариях. Вот просто поддержите человека в комментариях, Антон почитает, посмотрит. Вот. Ну, давайте нас будет много. Нас будет много, те, которые поддержат Наташу. Вот. Я надеюсь, что я записала более-менее понятно видео. Перезаписывать, друзья, я не буду, потому что это очень тяжело. Я в этом случае, я очень сентиментально сама. И говорю, 2 дня я не могла записать видео просто из-за того, что у меня вот эта картина, у меня это видео перед глазами Наташина, Джина перед глазами, и у меня прям слезы, у меня дети меня успокаивали. Вот, говорит, ты это, только готовишься, а у тебя уже слезы. Ну, как-то так вот. Так что вся информация будет в инфобоксе, перейдете потом по ссылке. Вот, и Антон, еще раз обращаюсь, оставь Джину маме, пожалуйста. Вот. Так будет лучше всем. Вот реально будет лучше всем. А так Джина будет опять привыкать к вам. Все равно она будет привыкать. Она и будет переживать, и болезненно будет переживать. Не надо думать, что у них нет чувств. У них есть чувства. Вот, так что... Все, переходите по ссылке к каналу, к Наташному каналу, к видео. И поддержите, пожалуйста, комментариями. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.